Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с мифами древней Японии. Амэно Удзиме. Сильная. В японской мифологии богиня, играющая главную роль в извлечении Амутерасу из грот. Известен миф о ее одержимом танце на перевернутом чане у входа в убежище богини Солнца. После того, как богиня Солнца Амутерасу укрылась в гроте, оставив мир во мраке, боги пошли на хитрость. Они нашли петуха, пение которого возвещает рассвет, и изготовили зеркало, украшенное драгоценными камнями. По их просьбе богиня Амэно Удзиме плясала на перевернутом чане, и это напоминало звук боевого барабана. Петух кричал, и танец богини становился все возбужденнее. В экстазе она сбросила свои одежды, и боги начали смеяться. Удивленная Амутерасу выглянула из грота и, увидев свое отражение в зеркале, не в силах была удержаться от желания созерцать свою красоту, и мир снова залился солнцем, что и требовалось богам, которые хотели вернуть на землю солнечный свет и тепло. Вот так вкратце о Амэно Удзиме. Сильная японской мифологии богиня, играющая главную роль в извлечении Амутерасу из грота. Пока-пока, до свидания.